В городском округе прошел муниципальный этап отборочных соревнований по уличному футболу «Короли коробки». На стадионе «Урожай» в Томилине собрались команды из Любера, Задержинска, Раменского и Томилина. О футболистах-любителях наш следующий сюжет. Три полевых игрока и один вратарь. Состав сборных уличного футбола отличается по количеству участников. Игроки в голубой форме из Томилина. В таком формате они играют впервые, но новичками их не назовешь. Во дворе футбол играют часто, чтобы на турнире показать хороший результат. Мы играем, надо очки зарабатывать. Тут идет, ну, нет ограничения по матчам. Ты выиграл, остаешься. Проиграл, уходишь и ждешь свою смену. Мы пришли на соревнования, ну, хотелось бы выиграть, но участие тоже важно. В соревнованиях на стадионе «Урожай» приняли участие 6 команд из Люберец, Раменского, Томилина и Дзержинского. Это спортсмены-любители в возрасте 13-16 лет. Чтобы стать участником соревнований, им нужно было только желание. Это стандартный уличный футбол. Во дворе всегда, когда много команд набирается, они делятся на группы, на команды и играют определенное количество времени, чтобы у всех была возможность поиграть в футбол. Поиграли, поменялись, вышли другие, опять же поменялись, меняются, играют практически каждый с каждым по несколько раз на большом промежутке времени. В этом турнире победителями стал футбольный клуб «Гол» из Томилина. Теперь победители зональных этапов примут участие в суперфинале, который состоится 3 сентября в Красногорске. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.